и сестры правда в этой аудитории надо наоборот сестер начинать. сестры и братья а, а, давайте продолжим апостол павел очень много будет говорить о нашем богатстве во Христе на разные лады разные аспекты рассматривая разные грани вот этого богатства во Христе и Следующий фрагмент апостол Павел посвящает теме избрания. Избранным быть всегда заманчиво, вы знаете это. Все хотят быть избранными. Молодой человек, посылая свое резюме на работу, жаждет, чтобы выбрали именно его среди кучи претендентов. Чистолюбец жаждет насладиться вожделенным титулом избранник судьбы, Кандидат в депутаты или в президенты страстно желает быть избранным. Влюбленный юноша или девушка смотрит на предмет своей любви с восхищением. Их сердце трепещет. Выберет ли он меня? В «Большой перемене» в фильме песня была «Мы выбираем, нас выбирают». Народ сложил песню, песни об этом. У Некрасова есть подражание народные песни «Коробейники». Там чудесные слова, как изменит, как засватает на чужой на стороне, и у девки сердце падает, ты женись, женись на мне, выбери меня, птицы счастья завтрашнего дня. Пела советская вокально-инструментальная группа. Люди все хотят, чтобы счастье не обошло их страной. И вот Писание говорит нам о том, что Бог желает сделать нас своими избранниками. Об этом говорит нам первое послание, э, первая глава послания к Ефесянам с 3 по 6 стихи. Быть избранными хотят все. Избранный, но это что-то прекрасное, как вот такой красный цветок среди серости остальных. Давайте откроем текст, э, говорящий о том, что Бог сделал нас избранными. Первая глава с 3 по 6 стихи. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, Которую он, он облагодатствовал нас в возлюбленном. Итак, Бог избрал нас, сделал нас избранными. Что же этот факт означает для нас? Мы можем задать себе этот вопрос, и отвечает на него нам апостол Павел в этом тексте. Он сообщает нам целых четыре истины о нашем избрании. Вообще тема избрания очень интересная тема, о ней ломается немало копий между кальвинистами и некальвинистами и так далее, между другими группами религиозными. Но тем не менее мы сегодня с вами изучим, что говорит на этот счет священное писание. Четыре истины. И первая истина сообщает нам о духовных благословениях избрания. Посмотрите в третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Толкователь Писания Вильям Макдональд назвал это пирамидой благодати. Посмотрите, у нас есть благословение, и не просто благословение, но духовное благословение. Не просто духовное благословение, но всякое духовное благословение. И не просто всякое духовное благословение, но всякое духовное благословение в небесах. И не просто всякое духовное благословение в небесах, но всякое духовное благословение в небесах во Христе. Это вообще много очень. Здесь апостол Павел сообщает нам, что у нас уже все есть во Христе, благодаря тому, что Бог вот нас избрал. Благословен Бог и Отца, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. Ну, вы скажете, что во Христе у нас не все есть. Например, во Христе у нас нет миллиона рублей. Ну, вот было бы хорошо иметь, конечно, миллион рублей. Но, заметьте, здесь, конечно, говорится о духовных благословениях. Но даже духовные благословения Помогают нам справиться с нашими земными проблемами. Ведь богатый человек на самом деле это не тот, у кого все есть. Богатый человек это тот, который ни в чем не нуждается. Вот можно сказать, что Бог сделает так, что мы ни в чем не будем нуждаться. 22-й Псалом: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Некоторые люди путают: вот нужду. А, такую похотливую что ли нужду. Ну, если к вам приходит а, ваш ребенок, подросток и говорит, папа, мне нужен новый iPhone. Зачем? У тебя же есть сотовый телефон. Мне нужно. А, действительно ли это нужда его? Нет. Это не нужда, это желание. Нужда его на самом деле состоит в том, чтобы он был, так сказать, одет, сыт. У него было образование, ну и так далее. Есть нужды, а есть его желание сверх нужды. Так вот Господь говорит, что мы ни в чем не будем нуждаться. Нет, это не означает, что у нас будет все. Хотя на самом деле скромные люди, они всегда так говорят: "Ну у меня все есть". Пожилая мама всегда будет говорить: "Сыночек, мне ничего не надо" у меня все есть, а молоко мне приносит тетя Фира. Ну, все есть. Человеку ничего не нужно. Но Писание говорит нам, что во Христе у нас действительно все есть. А на небесах у нас есть вообще все. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Об этом же писал и апостол Петр. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. На небесах у вас есть уже абсолютно все, поэтому не унывайте, говорит нам Бог. Представьте, что вас избрал мультимиллионер какой-нибудь избрал в число своих наследников. Ну, случайно мультимиллионер смотрел передачу про Россию. Ну, по телевизору. Снимали людей на улицах. И вы попали в кадр. И как-то вы ему так вот сильно понравились. И что он сказал, вот, это будет мой наследник. Детей у меня нет. Так, я помираю уже весь, значит, найдите этого человека. Все мои миллиарды ему завещаю. А умер он, как назло, где-нибудь в Парагвае, в труднодоступном месте. И там должно огласиться завещание. Но вас находят, вам сообщают, поезжайте туда в Парагвай, значит, и там получите. Конечно, вы скажете, это далеко и доехать туда трудно. Как же я билет до Парагвая куплю? Но наверняка вы найдете возможность, займете денег, преодолеете трудности, будете идти навстречу своим миллиардам веселым... Насвистывая песенку, и даже смеясь над некоторыми трудностями. Ну, потому что у вас все есть, все окупится, все будет не зря. Бог избрал вас, и на небесах, ну, все как у Бога, что называется. Поэтому я знаю, я очень жду, когда я попаду на небеса, потому что на небесах я наконец похудею. А на небесах. Я даже не попрошу, я люблю очень играть на губной гармошке, я даже не попрошу класть в гроб мою любимую губную гармошку, потому что на небе будет лучше. Там будет самая хорошая губная гармошка. Там будет лучшее море, правда написано, что моря нет уже, но для меня, наверное, персональное море сделают. Ну, на самом деле, этот текст из Откровения, он немножечко другое означает, там не про буквальное море. Ну ладно, это уже отступление. На небесах будут лучшие в мире пельмени, мое любимое блюдо. В общем, много чего хорошего будет на небесах, но самое главное, даже не ради пельменей, губных гармошек и теплых морей или золотых улиц, идем мы туда. Бог будет вечно с нами. Но очень часто говорят, не наскучит ли вам там играть на арфах, кушать яблоки летать там, прославлять Бога. Нет, не наскучит. Ну, на самом деле, вот все, что мы можем себе хорошего представить, оно может наскучить. В детстве, как хотелось машинку радиоуправляемую, э, хотелось очень сильно. Купили ее тебе, ты же отломал у нее колеса тут же. Э, она, ну, поиграл, потом она надоела. А вот бывает, когда книгу хорошую читаешь, вот она закончилась, и такая трагедия наступает. Ну как же да дальше-то жить? Надо, чтобы она не кончалась. Поэтому небеса хороши не тем, что нам там что-то дадут, чего у нас не было. Небеса хороши тем, что там будет Христос. Бесконечный Бог, всеведущий, которого можно читать как книгу, которая никогда не кончается, которая вечно будет удивлять нас. Это чудесно. Вторая истина сообщает нам о способе нашего избрания. Если первая истина говорит нам, собственно, о духовных благословениях нашего избрания, то вторая истина сообщает нам подробно способ нашего избрания, как Бог избрал нас. Я не разделяю взглядов тех христиан, которые считают, что Бог, эм, ну вот, посмотрел на все человечество своим провидящим взором и сказал: так, этих в рай, ну этих в ад. Эм, я не разделяю такого взгляда, и, наверное, большинство здравомыслящих христиан так не считают. Потому что мы здесь читаем, посмотрите, что. Бог избрал нас во Христе. Буквально Бог избрал тех, кто во Христе. Четвертый стих, посмотрите внимательно. Так, как Он избрал нас в Нем. Фактически, Божье избрание касалось Христа. Бог избрал именно Христа, об этом говорит целый ряд свящ... текстов Священного Писания. В 17 главе Иоанна Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Писание также говорит нам, что Бог избрал Христа прежде создания мира, в нем прежде создания мира. Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Агнца, заклонного от создания мира. И это на самом деле очень важный аспект, братья и сестры, что Бог избрал именно Христа и тех, кто будет во Христе. Некоторые говорят, что нет, Бог избирает отдельные личности для спасения. Тогда странно, почему Павел здесь делает очень важное добавление. Он избрал нас в нем. Если бы Бог, минуя Христа, имел дело с отдельными личностями, тогда не было бы никакого смысла прибавлять вот это словосочетание «в нем». Тогда Христос был бы, ну, лишь инструментом, но не средством спасения, не конечной целью спасения. А избрание христоцентричность. Чем это можно сравнить? Ну, представьте, что вы живете еще до мирового финансового кризиса? Я не знаю. Ну, вот представили. И вот представьте вы, что вам по секрету сказали: через месяц будет мировой финансовый кризис. Все сбережения банковские лопнут. Но президент нашей страны избрал некий тудыт-растудыт-банк. А, значит, вот этот банк точно будет избавлен от кризиса. Все, что будет там, в этом банке, это не сгорит, но наоборот принесет доход. Любой здравомыслящий человек переведет свои денежные средства в этот загадочный, избранный банк. И поскольку избран именно этот банк, все средства, которые пришли туда, они сохранятся. Точно так же происходит Божье избрание. Бог избирает Христа и предоставляет возможность каждому человеку спастись во Христе. Это очень сложная концепция на самом деле, о ней можно говорить долго и подробно. Но человек становится избранным именно в тот момент, когда он приходит ко Христу. Фактически человек становится избранным Богом, когда он входит в Христа, Именно об этом говорит нам этот текст. И косвенно это подтверждает притча о званных на брачный пир. Вспомните, кого называет избранными Христос в 14 главе Евангелия от Луки. Помните, там человек сделал ужин большой. Кого он избрал? Ну, кого-то он избрал, пригласил. Но избранным на самом деле был вот этот ужин, вот этот вот пир приглашает, приглашает, кто-то отказывается, поэтому приглашают вообще больных, увечных, хромых. И вот когда они входят, Господь говорит, много званных, но мало избранных. Избранными фактически называются те, кто ответил на призыв Божий. Потому что на самом деле избрание происходит во Христе. Он избрал нас в нем. Это очень важная концепция. Третья истина, которую сообщает здесь апостол Павел о нашем избрании, касается цели нашего избрания. Мы говорили о духовном благословении, мы уже поговорили о способе нашего избрания во Христе, оно совершилось. Теперь важно нам с вами поговорить о цели нашего избрания, цели избрания. Для чего Бог избрал нас для определенных целей, не просто, чтобы мы радовались и лежали на диване, наслаждаясь тем, что мы теперь избранные, можно полежать, поесть, до Царства Божьего как-то перекантоваться тут, ну а там уже в Царстве Божьем оторваться на полную катушку. Нет. Бог возложил на нас надежду и святые обязанности. Посмотрите, для чего – во-первых, на нас лежит обязанность быть святым и непорочным перед Христом. Взгляните, четвертый стих дальше. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Святы и непорочны. Но ну, мы уже немного об этом говорили. Святость – это означает быть отделенным от этого мира, совершенно другим, парадоксальным для этого мира, непорочный с точки зрения иудейского закона, это означает человек, которого, ну, в котором не за что зацепиться, его не за что упрекнуть, в нем нет порока. Жертвенное животное должно было быть без порока. И мы стремимся к совершенству. Нас избрал Бог, а избранники должны быть совершенными. Ну, во всяком случае, так всегда ведут себя женихи и невесты тоже. Когда парень и девушка собираются вступить в брак, когда они стали избранниками друг для друга, они всегда ведут себя наилучшим образом. Поэтому узнать о недостатках друг друга до свадьбы практически невозможно. Все выпендриваются. И на страницах Священного Писания мы это даже видим. Я очень часто смеюсь, когда читаю Ветхий Завет. Мне вот, ну мне забавно наблюдать за этими настоящими людьми. Помните, Яков пришел, видит колодец. Там крышка тяжелая у колодца. Отвалить ее нельзя. И вроде пастухи пришли. И тот говорит, ну, давайте, мужики, может, камень-то отвалим. Они говорят, да нет, нас мало, он тяжелый. Сейчас все соберутся, тогда уж всех напоим, тогда уже снимем эту крышку. И тут идет, собственно, Рахиль. И очень интересно, что Яков увидел Рахиль. И тут же как-то пошел крышку так снял. Тут один все это сделал. Ну, надо было выпендриться, конечно. Красивая девушка, перед ней нужно показать себя. А мы хотим выглядеть хорошо перед любимыми. И нет ничего плохого в том, чтобы мы хотели выглядеть хорошо в глазах Божьих, в глазах Христа. Конечно, своими делами мы не сможем заслужить праведности или как-то понравиться Богу, но Богу нравится, когда мы стремимся быть святыми и непорочными перед Ним. Потому что Бог призвал нас фактически к святости. Бог, поймите правильно меня, Бог даже призвал нас не столько к тому, чтобы мы были вот счастливы в нашем человеческом понимании, потому что ну, иногда человек говорит: я разведусь со своей женой и женюсь на другой, потому что хочу быть счастливым. Бог призвал нас не к такому счастью, Бог призвал нас к тому, чтобы мы были святыми, потому что в настоящей святости наше настоящее счастье. Будь свят! В этом твое предназначение и в этом радость твоя. Бог избрал нас, чтобы мы пребывали в любви перед Христом. Перед Ним, в любви. Святой Климент Римский написал по этому поводу очень хорошие слова, я прям зачитаю вам. Кто имеет любовь во Христе, тот должен соблюдать заповеди Христовы. Кто может изъяснить союз любви Божией? Кто способен, как должен, высказать величие благости Его? Не указана высота, на которую возводит любовь. Любовь соединяет нас с Богом. Любовь покрывает множество грехов. Любовь все воспринимает, все терпит великодушно. В любви нет ничего низкого, ничего надменного. Любовь не допускает разделения. Любовь не заводит возмущения. Любовь все делает в согласии. Любовью все избранные Божьи достигли совершенства. Без любви нет ничего благоугодного Богу. По любви воспринял нас Владыка, по любви, которую имел к нам Иисус Христос, Господь наш, по воле Божьей, дал кровь свою за нас, и плоть свою за плоть нашу, и душу свою за души наши. Святой Климент Римский, вы знаете, он доказал свою любовь мученической кончиной. По преданию его привязали к якорю и утопили в море. А это человек, который хорошо знал, что значит любить Христа. А ведь Христос первый возлюбил нас, братья и сестры. Кого любим мы? Мы любим тех, кто нам симпатичен. Когда я читаю о том, что Бог возлюбил Бог, как, о том, что Бог возлюбил мир, э, меня поражает то, что Бог возлюбил явно несимпатично. Кем были мы? Ну вот, Бог избрал церковь как невесту свою. А ведь мы были под проклятием, под осуждением. У нас не было никакого приданного, если можно так сказать. За что нас можно было бы полюбить? Ну ладно бы Богу был какой-то прибыток от нас. То есть, тут вот у него чего-то не было, а вот он принял нас, и ему стало хорошо. Нет. Мы были нечистыми, Христос написано, осветил и очистил церковь. Не имели ничего, чтобы привлекал нас. Мужчины любят привлекательных женщин, а мы выглядели омерзительно в нечистоте, брошенные на попраниях в кровях твоих, изгнанное, омерзительное. Причем Бог полюбил нас, зная, какие мы. Почему мужчины влюбляются в женщин и женщины влюбляются в мужчин? Отчасти потому, что они не знают на самом деле всех глубин характера в семейной жизни потом все эти подводные камни всплывают. И иногда даже любящие супруги говорят друг другу, если бы я знал такое про тебя, да никогда бы в жизни. Ну, в шутку, конечно. Бог полюбил нас, прекрасно зная, какие мы. Поэтому мы должны пребывать в любви к Нему. И любовь определяется жертвенностью. Даже царь Артаксеркс языческий полюбил, вот Есфирь, был готов отдать половину царства. Мы призваны и избраны, чтобы пребывать в любви перед Богом, перед Христом. Я помню, я закончил библейскую школу, и меня, э, наш епископ, старший пресвитер, ну, э, попросил остаться в Самаре, чтобы стать областным благовестником. И он сказал, Паш, тут в Москве есть миссия, которая будет тебе платить зарплату. И он мне назвал сумму, которая мне понравилась очень. Я поехал в Москву, чтобы договориться с этой миссией, а перед этим я разболтал сумму зарплаты своей жене будущей. Ей тоже сумма понравилась. И мы, пере... мы поженились, переехали в Самару. У нас там не было ни кола, ни двора. Я поехал в Москву, чтобы ну, договориться, и в Москве меня ждал удар. Оказывается, эта миссия передумала, и зарплату они мне платить не будут никакую. А я уже переехал, уже простились с церковью, и как-то было странно назад приезжать уже. А, ну и тут надо работать. Я пришел к Виктору Семеновичу и говорю: ну как же так? Почему они меня обманули? Вообще-то это было первый раз, когда меня обманули. Непривычно еще был. Потом привык, конечно. А, христиане тоже так поступают. Ну, а Виктор Семенович поразительный. А епископ, наверное, это образец вот епископа. Он никогда не, не утешает просто. Ну, иди с миром, там, грейся и питайся. Ну, конечно, достал из кармана какие-то доллары, которые ему перед этим отдали американцы. Он вообще да, давно мог бы себе там выстроить дом, купить 8 машин на все те пожертвования, которые через него проходят. Но он отдал мне... Сумму равную полугодовой моей предполагаемой зарплате. Он сказал, Паша, а вообще я тебе скажу, ну, живи, Бог даст. А вообще я тебе скажу такую фразу. И он сказал мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, Паша, Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Бог избрал нас, чтобы мы были перед Ним в любви. А любовь всегда жертвует. И это очень важно. Бог также избрал нас, чтобы мы стали детьми Божьими через Христа. Заметьте, здесь везде добавляется Христос. Предопределив усыновить нас, да, здесь написано, 5 стих, нас себе через Иисуса Христа. Те, кто живет без Христа, это не божьи дети, это божьи враги, об этом мы еще поговорим. Когда другие тексты будем изучать. Но Бог захотел усыновить нас, поэтому избрал Христа и сказал, те, кто уверуют во Христа, те станут моими сынами, того я усыновлю. Мы как беспризорники, которых Бог приглашает стать своими сынами. Но, конечно, усыновленный беспризорник должен жить по законам новой семьи. Было бы странно, если бы он оставался беспризорником. Уже нельзя спать под мостом, <them in> <clothes> доставать еду из мусорного бака. Надо будет учиться, надо будет работать на благо семьи. Да, конечно, шок для многих. Я беседовал с одной семьей, которая усыновила брата и сестру, ну, двух детей. И у них своих было двое. И вот этих усыновили они. И для тех был шок, когда их заставили мыть посуду. Они привыкли, что они не моют посуду в детдоме. Но если хочешь быть членом семьи, это не только привилегия, есть и обязанности. И, конечно же, усыновленный должен любить своих братьев и сестер. Недаром Павла, Павла занимает вот эту вот мысль о любви, Вообще, любовь в церкви – понятие редкое, к сожалению. Потому что мы гораздо больше склонны делиться, как-то друг друга, ну, друг другу не доверять, завидовать. Клайф Льюис об этом очень хорошо написал. Когда он пришел в церковь, он говорит, я испытал шок. Мне очень не нравились их гимны, которые я считал третьесортными стихами, положенными на четырехсортную музыку. Я вам скажу, что я вот тут с Льюисом вообще солидарен. Я пришел, помню, первый раз в церковь. Вот первый раз попал в баптистскую церковь. Это был вообще кошмар. От узнавания пушкинских строк. Сколько их, куда их гонят. Что так жалобно поют. Домового ли хоронят. Ведьму замуж выдают. Ну, это баптистское пение, это было вообще что-то ужасное. Я... Это большое чудо, что я остался в баптистской церкви. Ну... До сих пор меня это вот, ну, просто шокирует. Ну, я... Дальше Льюис тоже описал, кстати, мое а, ощущение. Я, э, со временем я увидел их главное достоинство. Я понял, что эти гимны, просто четырехсортную музыку с самоотречением и пользой для своей души, поет сидящий по соседству со мной, престарелый, святой в Калошах. А потом я понял еще одно. Я недостоин мыть ему Калоши. Подобные открытия выводят человека из состояния горделивого одиночества. Да, баптистское пение это что-то ужасное. Но вот эти ужасные песни поют настоящие святые, многих из которых я недостоин. И это означает, что мы все дети Божьи. Нам может не нравиться что-то, но мы должны любить своих братьев и сестер. И, конечно, Бог избрал нас, чтобы прославлять Божью благодать, явленную нам во Христе. Бог желает вот этой славы благодати. Он не как капризная девица, знаете, которая говорит, так, прославляйте меня, знаете ли, э, побольше мне комплиментов отвесьте, пожалуйста, иначе я вас всех в ад загоню. Ну, некоторые и так Бог себе представляют. Он же призывает нас прославлять его. И даже тут написано. Он вообще все это сделал, чтобы прославиться. Но Бога занимает не просто его личная слава. Бога занимает вот это прославление благодати. Мысль что Бог своей благодатью сделал нас любезными и приятными себе. Сын Его своей кровью очистил нас от всякого греха. И вот эта благодать, которая преобразила нас, она достойна славы. И если мы не восторгаемся Богом, даровавшим такую благодать, мы просто дураки. Бог заботится о нашем душевном здоровье. Когда я говорю, хвалите меня, это выглядит плохо. Почему? Ну потому что э -э -э, если вы начнете меня хвалить, вы в любом случае будете преувеличивать. Когда мы хвалим Бога благодати, преувеличить мы априори не можем, по определению не можем преувеличить. Если кто-то написал шедевр, картина какая-то, ну гениальная картина, в Третьяковке, там, и вы восторгаетесь этим шедевром, и подходит какой-нибудь человек и говорит, что это такое вообще за мазня? да я лучше нарисую. Ну вы скажете, ты дурак, ты просто дурак, ты не понимаешь. Когда люди смотрят на Бога, на Его благодать, они поневоле восторгаются шедевром Божьей благодати. Это свидетельствует о нормальном восприятии мира. Именно поэтому Бог стремится к прославлению благодати своей. Бог преображает нас, делает прекрасными. Многие современные женщины решаются на пластические операции. Потому что себе не нравится, смотрят в зеркало и не нравится себе. Все женщины. У меня дома три женщины живут, вот, жена и две дочери, и они все себе в чем-нибудь не нравятся. Но они не ходят на пластическую операцию, а кто-то сделает, и еще ни одной женщине все равно не понравилось. Даже после пластической операции. А Бог делает такую операцию с нами, что после нее хоть куда, хоть сразу в рай. Ваш внутренний человек становится прекрасным. Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Буквально сделал благодатными, сделал прекрасными. Поэтому во Христе вы сообщество красавиц и красавцев. Приветствую вас, красавицы и красавцы. В Иисусе Христе. ТВ-семинария – благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Ну и наконец последнее. Истина об избрании. Четвертая истина сообщает нам о причине избрания. Почему же Бог избрал нас? Мы уже поговорили о благословениях, о способе, о цели избрания. Но что же можно сказать о причине? И вот здесь Павел очень краток. Причина одна, она изложена в пятом стихе. Бог избрал нас по благоволению воли своей. Нет другой причины. Бог так захотел. И это тем более странно. Почему Бог захотел спасти нас, избрать нас? чего ему не хватало. Бог совершенная троица. Можно сказать, там кто-то говорит, ну ему общения, наверное, не хватало. Да нет, три лица троицы общаются между собой, им прекрасно, им не скучно. Его великая слава, его великое бытие, ему всего было достаточно. Почему он решил поделиться бытием? Почему он решил собраться больше трех? Почему он вообще сделал что-то вместо того, чтобы ничему не быть? Он так захотел. Любовь его столь велика, что он желает делиться бытием. Сама природа Бога, Божья любовь, ее можно определить как расточительство. Посмотрите на Вселенную. Ведь наша Земля это маленький шарик. Вот представьте себе, что... Бог, вот эта вот, значит, ну, вот эта вот вся комната, вот она заполнена Богом. А вот маленький шарик. Это наша вселенная. Значит, и вот там, где-то во вселенной, есть планета Земля, там маленькая точечка, значит, вот. Ну, еще вот там, видите, город Курск, там, значит. И там вот вы сидите. Вот там совсем мелко. Не хватит зума у камеры. А Бог вот такой большой, и он говорит, я люблю тебя, я хочу, чтобы ты жил со мной. Что мы можем сказать на это? Господи, почему? Расточительно. Звезды за миллионы световых лет. Бог не посчитался с расходом, так сказать, материи. Все это разбросал. Пространство-то огромное. И зачем они человеку? Да не зачем. Бог щедр и расточителен. Я часто думаю о том, зачем Бог сотворил такое многообразие цветов. Вообще все можно было сделать черно-белым, на краски тратиться еще. Нет, все красиво. Цветы чего? Создал бы один цветок гвоздику, значит там подешевле. Ну, розу можно еще для тех, кто побогаче, чтобы женщинам дарить. Нет, ведь создал бы одно дерево, оно бы удовлетворяло наши потребности, там фотосинтезе в древесине. И на нем росли бы яблоко, груши, ананасы, ну, то есть какой-нибудь плод такой универсальный. Создал бы одно животное, которое бы нам мясо, молоко, шерсть давало. И у него бы еще были зверушки, детишки красивые, чтобы можно было дома их держать и гладить. Ну, такой э, овцы, корова, э, кот, какой-нибудь, я не знаю. Но Бог желает быть расточительным ради нас. И даже если что-то в жизни идет не так, даже если что-то пошло, ну, нам кажется, пошло прахом, какой-то крах случился в нашей жизни, мы можем быть уверены, что Бог благоволит нам. Если вы читали Клайва Льюису, его последнее произведение – которая называется «Боль» в русском переводе. Он его написал после смерти жены. И он пишет о том, его занимает вот эта проблема теодицеи, оправдание Бога, существование зла в этом мире. И он говорит о том, что на самом деле, если бы Бог был жесток, страданий в мире было бы меньше. Потому что жестокий тиран, он рано или поздно устает от своих жестокостей. Ну, ему просто надоедает. А вот любящее существо, например, любящий врач, который знает, что нужно сделать операцию нам, он будет предельно жесток и тверд. Он будет нас резать для того, чтобы спасти. Мы все в смертельной опасности. И даже если что-то случается плохое в нашей жизни, мы можем быть уверены, Бог это делает для нашего блага. Бог исцеляет нас таким образом. Есть притча про человека, который спасся после кораблекрушения, выбросили его на необитаемый остров, и он молился Богу о спасении, но никто не плыл на помощь. Тогда он построил себе хижину из обломков корабля. Ну, с трудом там собрал что-то, построил, э, там долго э, изобретал зонтик, ружье, там какие-то запасы себе там собрал в этой хижине. Ну, приготовился жить долго. И вот однажды он пошел на охоту, возвращается, а хижина горит, сгорела, потому что ударила молния. Все горит. И он молится, говорит: Господи, ты и так у меня все отнял. Я на необитаемом острове. Почему еще и вот эта хижина? Последние запасы мои сгорели. Зачем все это? Так он лег спать. Уже вечер был. А на утро увидел корабль, который подплывает к острову. Ну, его спасли, и он спрашивает капитана, а как вы узнали, что я тут на острове? Он говорит, да очень просто. Мы ваш костер сигнальный увидели. Бог иногда делает что-то такое, что кажется нам ну, полным крахом. Но на самом деле это сигнальный костер о нашем спасении помощь близка. Иногда он сжигает все в нашей жизни, лишь для того, чтобы спасти нас. Он избрал нас по благоволению воли своей. Давайте и за это тоже будем Бога благодарить. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.